Так, летим, завис. Благодарочка. Короче, робота ебанем, там повеселее будет. То я, блядь, скучно как-то нахуй. Соляру потраем, она проще нахуй. Знаете, кто в пустоверть пустоты, сейчас притону с ума, не быстренько начинаем. Еще раз повторю, блядь, Omen, всю хуйню ставим себе, блядь. Убираем руки от клавиатуры, когда надо. И тогда будет все убиваться, нахуй, с первых траев, нахуй. Не хотите, не надо, нахуй. Не будем, значит, находить просто. Будем три босса бить, нахуй, пока да и все, блядь. Будем донатить, нахуй. Кормить админов Сируса, да? Так, на стресс чилить, у него проходки нету, да? Или есть? Нет. У меня нету. 228 тоже нету проходки. То, у кого нет еще проходки? Можете... Кто не убивал лича в 25 хм? Можете ли его сейчас будем брать других? Чего вы лича не убиваете, блядь? Меня вчера не взяли. Слабые, что ли? Блядь, я лимнул случайно с пати. Можете кинуть обратно инвайт? Не-не-не, кидай его, это, сразу черный список и кик из гина. Хуя! Самодеятельность, и пусть не занимается. Да случайно я лимнул, блядь. Ты там апаешь что-то силу или что там апаешь? Киньте инвайт обратно, алло. Спасибо. Где притон? Там сомнули его? Все, да, все. У меня крашнула игру, я перезашел. Так, настроение 8. А кто еще у нас? Есть, нахуй. Блять. Ну тут надо тебе этим. Шалфир, блять. Этим, как он называется? Рогой. На пульчик надо. Вообще это. Это, бля, ой, я не знаю, как будет, блять, тупо нету, нахуй. Все в разные стороны летят. Так. А чё ты спала ушел? Домой пойдешь? А нас считай рожденные что дают в пати? Че? Начисто рожденные, бля. Ауру дают какую-то? Да. Ну, пати, пати. Аура чародейской мощи, брат. А, нас чародейская. Выключать. А тут трэш тоже уебищный. Да, тут пиздец трэш. О, Валафар, нахуй. Ну, бля, тут где-то, бля, этот жидкий трэш есть, там пиздец падают эти воронки. Только не знаю, это липофарм, но воронка фарм ходил. Я люблю щиты, ты букву П убери и прыгай потом. Квартира, бля, нихуя себе. Пердру, что ли? Квартира. Ну, верно.
Гид вступил, да? Там пиздец этот дружник, я смотрел его на сайте как-то. Там хаста дух, весь шмот. Тыкайте. Читуйте речь, а пизда будет всем. А чё, реально ушёл? 4... Не знаю. 3 секунды. Схуёво будет. Видите, кстати, видно. На роботе мы тоже саппорт убьём, да? К легионеру только не подходите, он вертушки кто, крутит. Кто фонит? Хуй знаю. Арис, наверное. Нет, это ты фонишь. Захан. Я? Да. У меня по кнопке стоит. Иначе не разговаривай. Пока что. А, нет, это. Террорист Арис фонит, блядь, вы чё, блядь. Хуяно вы придумали. Станом сбивается. Ух ты, пиздец. Все, мутанул. Ответственного дай. Пойду ковырять. Не пойду ковырять. Поковырял? Да, бабл прожал, все, контроль сразу спал. Что тут за медведи парашютисты? Я двоих, ты кровостражи, бери. Вихрь, давайте по контроленным людям, чтоб не бафать их миллион раз. Вихрь этому хукмастеру, бля. Блин, мы бы секут пиздец, больно, конечно. Пиздец, конечно. Да, возьму. Опа, сейчас разъебу нахуй. Не надо, дядя. Попробуй.
Мы потом отомстим. Не надо, дядя! По итогу только к этому его разъебал. Это, блядь, а за шо? Ну и Керсури за компанию. Второго по приколу вырубил, да? Был же какой-то анекдот там. Ну можно, говорит, я его раз ёбну, говорит. Не, ну я, говорит, раз ёбну, говорит. Не надо, говорит. Блять, ну можно его раз ёбну, блядь. Не помню. Так и получилось. Как называется анекдот, блядь? А у анекдотов есть название? Маршала держу. Ну, наверное. У Ойда есть название ко всему, вообще. Он вихрь будет крутить. Отойдите отсюда. Пентек чилит стоит. Рарник стоит чилит. Пентек под пивом не мешает. Вот был бы ты заканчивать на это эльфом, ты бы не умер. На чем мне эти ночные... Ой, блядь. Короче, сейчас пойдем одновременно два моба. Я налево, Лингрен направо пойдешь. Бичи так и не поняли нахуй. Ну, спасибо, там опять. Это пиздец шип, конечно, нахуй. Все, я налево. Одного только цепляем, ты одного, я одного. А, не, подожди, сначала вот эту пачку мелких разъебем. Ой, их тоже туда надо, наверное, заводить. Давай. Надо, да. Уходим. Меня отталкивает. В коридор уходите, нахуй. Сейчас босс спулится, убьет всех, нахуй. Босс не спулится, если его не спулить. Там, блядь, совы здесь дадут. Так, что там еще пачка, да? Давай гоним вон ту пачку. Хотя нахуй нам... А разве она нужна? Да, она не нужна. Так, ты сюда, я туда, давай. Успею словить, нет того петуха. У меня только что было 0,6 кадров в секунду. Нет, я походу не успею, нахуй. Блять, а чё нахуй? Чего успею? Пулю вы в 3 танка здесь делаете, а? Чилим. Я так и понял. Я первого привел гуся, нахуй. Второй тоже идет. Это гусь, тот, что ворвусь. Угу. А вы встать не можете там, ну, в противоположный... Встаньте в угол, блядь. Противоположный хотя бы. Чтобы они, нахуй, на туре, нахуй, или не отлетали вообще, или в противоположный встаньте, блядь. Чтобы это вот... Они 500 лет летят, нахуй, милики стоят, чилят, блядь. Мы агро не набираем. Ебая похуй, да? Я понял, нахуй. Спиной в угол, танки, встаньте, блядь. Вообще же лагало. Да. На 2 секунды. Угу. Ебать, что лаги, а что не лаги. Всегда лагает. Ули, ты там чилишь, стоишь в начале инста. Это слушай, я не знаю, может 3 попробовать побить танка нахуй. А, Равис вообще а смысл? Не ебать, я рядом с вами стою. Ты под квест не вывезешь. ДПС у меня вывезем, брат. Хотя Синтек может, в принципе, в мишку спекнуться.
Да, давайте все в танков спекнемся, блядь. И просто будем. Это жало с левой стороны полетело. Ну, в 4 хила, в 3 танка, вот. Ну, беги его, встречаем, пока мы одного побьем. А мы поездить, кто будет, нахуй. А мы робота скольких хилов били? В 4. Ну, вот. Мы по-разному пробовали и в 4, и в 5 хил. 4 и в 5, так мы же это узнали, что оказывается кислинзычи надо кидать. Ну, сейчас если ханта не будет... А у вас нету лок. В смысле, а притон? Типа, ну да, пошел я нахуй или что? Он не просто нахуй идет. Я звездопад просто через текстуры ебашит. Очисти кэш и ловнись. Чё за хуйня? Бля, вы заебали, можете встать сюда под ебало или как? Мне пил похуй, да? В смысле, почистить кэш? Кэш, типа, это же деньги, типа, ну. Ну да, спиздить называется. Давай почистим кэш, я, короче, вышел из игры. Наконец, садись там и держите. Быстрее будет. Реально, не феникс, а гусь какой-то. А, латури. Так ты пошел кэш чистить? Да. Да я уже в игру захожу. О, все живы. Ну и без себя можно справиться, понимаешь, да? Да я знал, что вы без меня справляетесь. Потому что у меня и пинг, блядь, говно, и все. У Лафара раздуплите там, тут он нет. Какой логово? И комп говно, да? И комп говно. Не просто говно, а говно. Спросите у Валафара, кто-то в ПМ пойдет, он вока. Или еще, или грул заебись тема. Грул важнее. Ну спросите, блядь. Я не помню, есть у него проходка, нет. Так, часовой. Он фул. Ну только он не свищный, блядь. Сейчас патруля подождем и ебанем его. Кирсори, давай там в танках где-нибудь спекайся. Сегодня, получается, у стены бьем, да? Возьмите парату. Пластин, Саня, три. Я понял, нах. Слышал ответ. Понял, нах. Иди, можешь одного агрить спокойно, пока отражать у него эту хуйню. Фар пишет, что у него леща 25 хм разбал. Хуёво. А этого можно обойти же было. Уже не обойдем. Надо так ничего обходить. У нас фул уже, блядь, пати. Алло. Да я бы поменял бы кого-нибудь. На пул важнее тут. Смотрите, читер какой. Я понял, нах. То есть читерша. То есть сидит еще на замене. Вот это хуйня уешная. А, второго. Ебаш. Загроз свара не сорвите, вы подумаете. Блять, чё за хуйня нахуй? Вы чё, блять? Ясно, Void Woman не смотрит. Хули Woman не смотрит, там напуливают на меня, блять. Бомжи. Хотят убить меня, блять. Сейчас бы, если я не отдал бы все прожимки, я бы сдох, нахуй.
Вон, смотри, у меня хп 100 тысяч, нахуй. Ну так я хули все прожимки отдал, нахуй. 100 тысяч хп, блядь, посмотри. Ну, это хуйня, это хуйня 1140 бьет, блядь. Вот часовые тоже, по одному только. Агрони сорвите. Да, ешка, это можно за стену прятаться, нахуй. Да, кстати, я и забыл, нахуй. Оказывается, на обугл же и выйдется эта хуйня. Просто с поля зрения выходишь, нахуй. Да-да-да, точно. Какая? Да это ебаная хуйня, то, что он в отражение кидает. Тысячу, ну, главное вовремя за... Ну, вот тут за углом и выйдется эта хуйня. Это как в этом, в РБК на боссе. Тут? На птицу, ну. Да, да, короче, как на арене, блядь, ПВПшишь, блядь. В тебя каструет хаусбол, ты прячешься за столбом и похуй. Тут арена челики нормально играют. Все, в принципе, нормально. Ну проще вару, конечно, хули кнопку нажал. Еще возврат этот дамаг весь идет. Так, уничтожитель, нахуй. Так, уничтожитель и Вилаша. Так. Вот этого контролем, я не знаю, в овцу там в что-нибудь превращаем, а вот этого зергаем крестик. Квадрат в что-нибудь там, это дадите, как он называется, сука, покаяние или какую-нибудь такую хуйню. Покаяние. Все, давай, поехали. А крестик зергаем. Ну и что это за хуйня, блядь? Ну сбили. Что, бичи совсем, блядь? Сбейте касс, дайте им стан. Эвилаш, прожмись. Ёбаный в рот, блядь. Агро он скидывает, он когда тебя откидывалку дает, он скидывает агро в ноль. Заново надо набирать. Так. Квадрат притон контролишь. Крестик зергаем, ну и черепок опять у Вилаша танчит. Так, пока этого добивайте. Сука, встаньте не так к мобу, блять, а то вы отлетите в трэш, нахуй. В сторону стены отлетайте, блять, в сторону совы вон с бесами, блять, а не в комнату, блять. Кринж, блять. Ну пиздец, кто это нахуй? Оли Дринк. Хорошо, он так далеко не откидывает. Этот. Давай, Бретон. Вилаша череп. Я крест. Бретон, давай, бан. Ну пулять. Всем здрасте. Здорово. Привет. Крестик зергаем. Потом большого бьем. Этот пусть петух постоит в этой бане, блядь. Все, хуярим. Сейчас звезда что-то со станцией. Убежит, ебаный, этот механик забаньте. Мор не этот не обновляет этот болезнь. Да, 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 я что-то вообще в охуе. Раза пять назвал нахуй. Так, а лок у нас один только. Поэтому притон контролишь этого. Лингрен держишь этого. Это кто? Треугольник. Я крест держу, и Вилаша череп. Крест в первую очередь убиваем. Все, поехали.
принципе, его можно с этим, с треугольником ауешить. Либо хоть после креста треугольник бьем. Все, и по треугольнику. Квадрат бьем? Да, да, бьем квадрат, давай. Пускай тот постоит. Этого черепок ампает только кузнец или кто он там. Ну, короче, этот похуй механик. Разъебать. Все, и квадрат черепок. Сейчас вступает в игру про товар. Извините, а у вас этот робот вот эти не шотают танков? Нет. Ну, есть два способа. Либо за углом прятаться, либо этот, как он называется, нахуй? Протовар. Отражение на протоваре. Сейчас, в принципе, можно попробовать. Вот давай протовар. Квадрат будешь танчить. Кузнеца. А чего по этому мобу не, мор не обновляет болезнь? Ничего не хочу понять. Так, механика забанишь, луну забанишь. Крест в первую очередь бьете, а звезду я попробую потанчить, поевейдить. Так, протовар квадрат. Подходите сюда. Кузнеца, крестик и виланша бери. Так, ну это надо еще успеть, нахуй. Так, давай, поехали. Бля, я не знаю, в принципе, может и не успею. Не успею, скорее всего. Вот одну заевейдить. Сейчас. Так, вот так поставить. Ёбаный. Не успеваю, нахуй. Не успел забежать. Ну. А его надо вон туда вести, где вход. Вот там. Звезду бьем? И вот тут вот уголок. Сейчас, в принципе, на следующей пачке ебану. Не, мы за стены прячемся. Я просто смотрю, вас один танчит и как бы похер. Да, запас. За стены, да, за стены надо. Просто надо вот вести вон туда. Забаньте механика. Звезду убейте. Ну, пускай механика в бане обновишь и квадрат убейте. Я на следующей пачке попробую. Его надо будет отвести. А пока его отводишь, может и шотнуть нахуй. Вот сюда заебись его. Вот тут вот об этот угол выйдите. Нормально. Там. Там тоже, в принципе, этот угол есть. Вот он. Но его до туда довести еще надо будет. Да и похуй. Лучше это. На прожимках зергануть его и все. Там что, два коста успеть дать. Говорю, сейчас звездочет этого били 16 минут 20 секунд, блин. Две геры давали. Пиздец. Так, два механика. На, я поставил, заханный жив поставил. Квадрат контролишь. А что, у него берса нету? У него берса, кстати, ну, короче, сопротивление тайной магии режет. Короче, звезду бьете. Так, часового про товар треугольник танчишь. Лингрен, возьмешь этот самый, у тебя есть неявностный? Да, через 40 секунд. А 50 на 50 есть? Да. Вот, короче, крестик возьмешь, поведешь, а я вот тут к углу сюда поведешь, ко мне, к медведю. Я попробую за углом его поведеть, я с тебя заберу. Он один каст даст там через 3 секунды с пола. Mm-hmm. Все, идите разбирайте. Первую звезду убивайте. Сейчас попробуем. Он пробивает через 50-50. Да, скорее всего, может и ебанет его. Если. Не, видишь, не убил. Веди ко мне, к медведю. Иди. Сейчас после этой хуйни. Блять. Сейчас. Ну-ка. Оп. Сейчас мы его наебем нахуй. А нет, это ОЕшка. Сейчас он дает. Опа. Съебатора дал, да? Вот так, блядь. Ну, типа, не, про товар, конечно, круто. Но так, если про товар нет, опа, съебался, нахуй. Как дела, блядь? Все, чилим. Опа, 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 опа. Почилил. Мне нравится, как медведь тормозит задницей. Чисто слава, БВП легенда, нахуй. Ну, сейчас посмотрите, вот он сейчас побежит за угол, начнет опять резко тормозить. А что там за хуйня? Что там людей столько пошотало? Это кто пошотал?
Ну вот это тот долбоеб, который треугольник. Бейте треугольник, короче, это в бане висит. Там кирсори с отражением. Че, снимай бан. Прикольно было. Ну и вот да. Эту пачку, где стоят два робота, через ханта пулят. То есть хант пулит, танк агрит и притворяется. Да, ханта. Можно хоть как миллион способов. Ну, чтобы не было два робота. Да, ну, если один про товар держит, то хули похуй вообще. Даже фурик может поддержать, блядь. Я балдею рефлекс жать. Это вообще кайф. Ну, говорю, это фишка про товара. Ресайтесь. Так, ну чё, блядь. Чё у нас там? Валафар нету, да? Чинитесь. Ставлю рыбу. Сапроты пьем. Надеюсь, вы не пили тогда дышные. Так, значит, в стену этого пидора упрем. Вот где он стоит, там мы будем его ебашить. Стена это где у нас? Сейчас почекаю, блядь, где его тут удобнее. Чтобы нас не откидывало нахуй. Танков. Вот. Мы свелаши вот тут. Хант, хант, где-то примерно. Ну вот где он стоит, нахуй, чтобы ты доставал. До него стрелять. Ну, вот тут где-то, нахуй. Мы его звезду отведем, туда ты вот тут стоишь. На ханте частица. И чё мы? 4, да? Попробуем. Сапрот мне дадите новый? Ой, не люблю щиты. Могу поделиться. С кем сапротом поделиться? Хант. Закан еще трейд кинь. Так, а я делал кружку, нахуй. Ща. Кружку с пивом. Держи, брат. Так, рыбу надо поесть. Да. Так, а я что, я ключ одеваю, да? Да, да. Посмотрим, как будет. А чем меня пиздошить-то будет? Этим шаром электрическим? Или да, похуй, просто стой, сдох. Всем будет пиздошить. Это... Вообще всем, что у него есть. Посмотрим сейчас. Вилаш, у тебя есть на АП масло? Лёха, в ДД спекайся. А чё? В два танка. А, всё. Понял я. Да, да. Так, масло. Подмажем, чтобы больше агра было, бля. А где остальные там? История. Так, World. Где World? Ставьте шкаф. История, нахуй, робота пьёт. Так, ну по напылам, у нас 4 напыла, значит напылы на войда даете. А дальше там по ситуации. Когда по сальвам и кирсори, тоже Омен смотрим, значит, эти, как они называются, когда мы первое-второе место с танком Савилаши занимаем, вы чилите, спокойно бьете, хуярите. А потом уже, как начнет, ну, как кто-то займет между первым и вторым местом позиции с РДДшников, начнем мы это самое, скидывать всю эту хуйню. Мэзикин, знаешь, пронизывающий ветер в ротацию, в макрос впиши себе, чтобы каждый этот КД, он тебя по КД хуярил. Гро вообще не генерируется. Слушай, а такой вопрос. А не канает, если в последнюю секунду перед отталкиванием какой-нибудь из ДКшек примерно таунт нажмет? Таунт на босса не работает. Все. Чё, давайте фулбаф помогу. Сапроты я кому давал? Полидринку, закончились уже. Закончились. Сейчас еще дам. Так, если что, у кого кончился сапрот, то у Кулидринка. Там World Flex или кто там. То есть мы будем его пулить и вести в этот. И то же самое надо будет в кружке в красном идти, чтобы у нас это не повешался хант. Это в ханта будут сферы лететь. Все под красным кружком босса должны находиться, кроме ханта. Самое главное переживать этот топ от ебаны. Рарник. Рарник, как всегда, блядь, стоит, чилит. Череп на него ебанем.
О, подошел. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Кагеру давайте. Ну не, это типа пиздец. Нет, хил. Хан сдох, да? Да, угу. Да. Как он сдох? Ну, блять, я говорил, ему тоже надо так же бегать. Ёбаный ворот. Ему на месте стоять смысла нету, он получает будет маг и умрет. Там 15 тысяч проходит, ебать, это не прохиливается. У нас хан стоит и дамажит, мы его хилим спокойно. Ага, я увидел. В принципе, можно, я думаю, со звездочки начинать. Ты типа агришь, а мы резко за спину перебегаем звездочки. Ну, мы типа сейчас проходим, короче, вдоль стеночки, мимо босса, где стоит вот звездочка. Там даем отчет, когда пулится босс, мы просто за спину забегаем, а хан стоит в середине. Я об этом не говорю. Ну, шар вообще-то 10 тысяч. Ну, сколько у ханта здоровья, нахуй? Сколько там под бафами у тебя? 20, ну, 30-шка почти. Включен. Когда пролетает, короче, шар вот этот вот, и он топать начинает, хан падает. Ну, я вот не вижу на него захила, блядь. Там частица должна постоянно на нем висеть. Частица была? Хули, этот, ламур. Частицу, да, здесь на ханта надо вешать. Так, блядь, это уже 1000 раз обсуждалось. Или что, или как, блядь? Частица вроде была. Ебать, я что-то не вижу, нахуй. Да посмотри, захил, частица или нет. Там же показано. Свет небес. Частица 3000. Так, ну а хули, конечно, вы его не хилите, нахуй. Бля, я не понимаю, вот... Сука, вот как с вами, блядь, я... Ну, как быть, нахуй? Объясняешь, толдычишь, бой. Похую, блядь, бой. Почему бой там? Почему, это сука, бой, блядь? Уберите диваны, залупу всю уберите, блядь. Почему мы в инс не можем зайти? Негздор. Чё за хуйня, нахуй? На ком там бой, блядь? Всё. Блядь, эту цель надо захиливать, блядь. У тебя там чё, этот самый бидон, этот? Интересно, а ты, этот, щиток шамановский прокает этот шара? Прокает, прокает. Ну все, бидон, щиток нахуй на этого, как он называется нахуй, на ханта, блядь, частицу. Так он на много ханта не отхилит нам, щиток. Так, блядь, ну так похуй, блядь, 1000 отхилит, тоже заебись, шара, блядь. Там шары бьют по 9000 нахуй, это частицы захиливаются как нихуй петь. Там пиздец, изи нахуй. Ну они типа прилетают то по 8, то по 12. Живс пропал. Это понятно. Это когда, я говорю, шарик прилетел, ебанул тебе нахуй, и еще босс топать начинает, вот тогда тебя и склеивает. Ну так в этот момент частица, ну хули частица 3000. Да, должна хилить. Ты частицу на ханте держишь и рейд хуяришь, хилишь. Тряпок, хилов там. У тебя свет небес весь рейд поднимает. А через частицу свет небес не хуярит нахуй. Может, не дотягивались там, чуть поближе подойти? Я хуй знает. А частица далеко хилит? Не, ну частица, блядь, именно такие касты. У меня простые хилы, типа, Миша? Простые хилы? А чё, рейд хилить не надо, да? Простые хилы, рейд хилят. Короче, спекайтесь 5-го хила. Кто там у нас хил? Призм, да? Не-не, погоди, давай в 4-го, а то у меня что-то банило. Привет. Ой, и косноязычие вот не забудьте костануть по боссу и поддерживать. Да, притон накидываю. Скажу как Биби. То есть мы с пула даем Геру, это висит Гера, мы просто ее захиливаем. Ну да. Потому что скорость увеличена. До как Гера кончается, мы начинаем по очереди отдавать сейвы. Там паладины, ДК, ну неважно. Когда сейвы кончаются, ну через один. То есть один мы даем сейв, второй даем каплю. Он каплю на этого... На ханта будете давать по очереди. Да, по очереди. То есть потом опять сейф, потом опять капля. Сейф, капля. Ну так вот очередуем. Ну из сейвов у нас только Эвилашин и Гламура. То есть вот капли там, допустим, этот первый Линдгрен, второй Рарник, третий Хольдринг и четвертый Гламур.
Вот. Это самое. Там... первый под Герой захилят, в принципе. Там Бидон спрашивает, щит земли на ханта или в рейд? На ханта, блять. Ну, если у него Т4, лучше в рейд. Вам нужно вот, держать ханта, потому что упадет хант, получите все молчанку. Да. А не проще поставить, блядь, на удаленку танка, нахуй, и похуй. И тогда, тогда ханта надо кикать. Танка проще. Ну, это в это следующий раз так будем делать, если что. Ну, если ДПСа хватать будет сейчас. Ну, если у вас ДПСа будет хватать, можете и танка поставить. Ну, мы сейчас посмотрим. Мы с ханта, конечно, чтобы ДПСа хватало. Надо бежать под красным кружком босса, а не стоять сразу везде. Вот вы сюда подойдите, к медведю. Когда босса пулю, вы не бьете, сначала забегаете в красный круг босса. И уже потом, когда к звезде подвели, уже начинаем бить и геру давать. Так вы сейчас можете обойти по стеночке аккуратненько, не спулив босса. Да мы тут рядом и так. 5, 4, 3, 2, 1. Ну давайте Геру. Я не знаю нахуй, ну это хуйня какая-то. Вы все точно саппорты выпили или проверять надо? Саппорт был, потому что закончился. Но блядь, я не понимаю, щи, почему. Нахуй. Нет, тогда этого же никогда не было такого. Сколько да, били? Да, конечно. Ну, вспомни, сколько били, никогда не было падайте, такого. Падайте, давайте там это самое, падаем. Не хильте. Да, вы бищи просто, вам пятый хил нужен, вот и все, нахуй. Не выжить нихуя, блядь. Не хватает просто вас, нахуй, вот и все, блядь. Ты сдох как вообще, блядь? Я не понимаю, блядь. Под ударом. Ну а как, блядь? Че, исповедь в себя не дать или че, блядь? Я считывал других спасал. Да и хуй на них, блядь. Так и запишем. Все правильно. Хуй на них. Я не знаю, как нахуй. Это убирать нахуй ханта, блядь. Брать друид инвалида нахуй. И лингры наставить в танки нахуй. Пробовать. Надо нахуй надежно пробовать. И не так, блядь. Посыпались нахуй с первого удара, блядь. Это, ну, надо хила добавлять стопудово. Так нихуя толкового не будет, блять. Мы ни разу не посмотрели, хватает там ДПСа, нет? Не побили нихуя. Давай, хант чилим, короче. Добавим хила. Далеко не уходи только. Лингрен, дайте ему порт. Дайте это, резайтесь. Дайте ему порт магии в этот. Я сам съебусь. И это побьем с друидом дополнительным. 5 хилов, нахуй. Все вышло. Тебе там вливать надо или... Ладно. Ставьте. Давайте сумоним. К шкафу подходим, сумоним. Ага, спринт нажал. Нечестно под спринтом бежать. Ну, постоишь. Соревнование? Постоишь, Лингрен, посмотришь там. Это самое. Половишь эту хуйню. Частицу на Лингрена. И все. Еще раз ставьте. Ну, сейчас меня прохиливали вообще нормально. Не, не прохиливали. Просто, блядь... Не там хватает. Попадали, это я понял. Пачку понял. Хила не хватает. Плюс у Лингрена будет сейф. Дополнительный. И короче, Лингрен. Я, короче, говори пойду там, почилю тогда. Да, да, это самое. Говори, короче, чередуй их там по. А, хотя нахуя на тебе капли. Ну, короче, по сейвам, я не знаю, через раз. Да, ой, мне кажется, мне ничего не надо. Там не мота еще вешается. Там есть, ну, танк, короче, если вы танк оставите, то он может прям на входе стоять, ну, как, в комнату к роботу попадаете, и просто ждать, когда он в него будет кидать сферы. Сферу он кидает по всей комнате. И просто он, бежать, да? Может, да, он, ты просто бегаешь, тебя вообще ничего не трогает. Удар не так кидает, я и буду так, попробую издалека. Удар не кидает, и сфера пока до тебя долетает, ты уже убегаешь с той зоны. То есть тебя вообще ничего дамажит не будет. Ну, заебись тогда. Попробуем, ну так. Я... Сколько дамажит этот топот расстояния? Он по всей комнате, он 100 метров вроде дамажит, в описании вроде 100 метров. Ну если на той стороне, наверное, есть 100 метров тут, хуй знает. Рыбу ставь.
У нас друид так бегал, ну, при первых полах мы думали, как сделать. У нас друид. Слава, я лайк чекну. Спокойно, то есть его даже топот не трогал. Максимум от чего получал, это если он, не знаю, запнулся, упал. Урон от сферы. Понял, Леха, не спотыкайся. Хочу побить, чтобы мы, блядь, посмотрели, уже упираемся мы или нет, блядь. Ну так-то да, может Лингрен далеко стоять, и от него топот не будет урон получать. Так а что, сейчас друид бегать будет, но синтек бегать будет? Нет, Лингрен. Где хукмастер, где шкаф, блядь? Это полгода, ну, мы так будем тратить. Здесь не написано, короче, сколько у него рейндж. Там 50 метров. А, ну, значит, в центре надо стоять, а он доставать не будет. Ну, там поглядишь. Ну, отсюда я начну. Я когда бегал, хилил, я когда на 50 метров отбегал... На прошлый раз, когда мы били, мы что-то там около 30 лямов оставили. Ну, там, у нас, да, не хватило, допустим. Понимаешь, там целые потеют, и, короче, один слаг — это уже все на смерть. Поближе подходим, нахуй, чтобы у вас сфера не прилетела. Фулл баф, приста баф, все такое прочее. Отхил сразу на меня, охоток накидайте. Баргрит. Лингрен, охоток накидайте. Так, все готовы, даю отчет. Побегает. Да, Лингрен. Частицу на меня кидай. Все, я побежал. Мишку частицу. Где ярость, нахуй, мразь? Хуя, вред летит. Вред летит, нахуй. Дай массакру и беги. О, все, по мне побежало. Хейл. Хуя они как медленно летят. Сколько берса? 8 минут? 5 минут до берса. 6 минут, да? На пол в июле. Я, у меня коровка подкачается. Ну и что это за хуйня, рису, блядь? Рису. Быстрее вставай, фулл баф по нему. Иннер даун. Захильте его. Быстрее расход ТВ рейд. Каждые 15 секунд этот удар. Вот бегите, а похилят. Рарник, по хукмастеру Сальву. Гламур по Рависту Сальву. На полный вилаш. Invisible, я дам. Давай, Invisible. На полный Войда. Кирсури там скидываешь, пока дай эту хуйню вмешательство? Да, да. Так, все, я второй пока нормально. Скидывай там, прям с самого начала боя, ты дохуя решает твоя хуйня. Ага. На Вилашу на пул. Бодикона потом приспустишь. Все три сальвы КД, да, паладины? Да. Это хуёво уже. У Лингрена не ПД.
Я если к вам подбегу, нахуй вы умрете. Уже сальва не надо будет. Да. На войда напал. По хукмастеру. 5 секунд по ней побейте там. Я не знаю, Invisible, стопай. Стопай, Invisible, хукмастер, стопайте нахуй. На автоатаке оставайтесь, выхода другого нету нахуй. Повисите на автоатаке, пока Кирсори вас покидает эту хуйню. Вот, Вадикон второй нахуй, на Войда на пол. Заханыч тоже на автоатаку, Вадикон стопай. На Войда все на полы. Все, я второй. Два друида упали. Я поздравляю, хули я могу вам сказать, нахуй. 36%. Уберсы дохуя еще. Сейвы отдавай. Муравьев-то не в КД бы. Ну все, могу поздравить. Пошло разъебывать всех. Хуйня ебаная, нахуй. Че, агро слышно? Да. Все, да, падаем. Угу. Сколько не добили? Да хуя. 37 лямов. 30%, ебать. Ну даже в биршу просто не уперлись, упали. Ну, а типа, мы в нее уперлись. Да. Да. До берсы 40 секунд. Даже если б никто не сдох, упираемся в берсу. Да? Не хватает дамага, короче. Да пиздец, нахуй. Ну, смотрите, ДПС, нахуй. Берста через 30. Ну, какой? Вот, ДПС. О, еще брать тут какой ДПС. Гламурчин. Гламур. А расширь, пожалуйста, твой рекаунт. Два паладина. Ну, паладина, блядь, нужны сальвы. А хули в прошлый раз? Вадикон. Да, блядь, ДПС не хватает. Спасибо большое. Умирали, в прошлый пулы. Раз у нас 4 пала, по-моему, было. Я стопал много на этом пуле. Прям очень много. Постоянно вторые, третьи места. Но мы до 50% сальву вообще ни одну не отдаем. Мы вывозим с напулами. У нас тоже 3 напула, 2 роги, 1 хант. На призы, на мейзу, на шаманов давали? Эти сальвы, нет? А, не давали, да? Ну, на них не надо давать, потому что там с ветерком, с агро не срывается, все нормально. Я за бой один раз тут кинул, и все. Но он не откатилось. Я и ДПСов не вижу, нахуй, в игре, чтобы были. Не, ДПС слабенький, да. ДПС слабенький. Я, блядь, еще перед пулом забыл стойку поменять, блядь. Ну, у вас только один выход. Пробовать 4 хила и под каждый этот опыт отдавать по очереди сокру, чтобы минимум урона наносилось. И хилы успевали вчетвером похиливать. От каждой не получится. Две сокры всего. Не 9к это, блять, когда абсорб, наверное, щиток висит. Был щитка, блять. Ну, у меня, кстати, тоже 2000, потом 14 и 15. Ну, у вас есть друиды, есть присты, пускай гимны отдают по очереди. Это ДПСеры такие, блять, вообще пиздец. Как так 15к нахуй? Не в буфайре, почему? Слушай, Максим, может быть, символы изменим с тобой и разделим рейды омоложением? Ну, да. Можно так-то. Даже нужно. Нахуя кидать его? Может, на одну цель кидать его, верхил уходит. Я там не знаю, ну топот начинается, что ты этот... Буйный дашь, да потом покров успеешь кастануть, и все, больше нихуя не успеешь. До этого омоложение кидаешь, и все, пиздец. Ну, топот сносит 36
39 тысяч урона. Ну, в общей суммарности. Там дохуя, ну. Три раза бьет по 13 тысяч. А, подожди, у него не возрастающая разве? Нет. Фиксированный урон. Физически. Но по-разному бьет. Там разброс от 7 до 15 тысяч. Я не знаю, но мне кажется, смысла тратить нету. Слишком дохуя мы не проносим. У нас ДПСеров нету нормальных. Маловато дают у нас ребята. Пошли, короче, трэш на соляру чистить. Кто знает, может, ебанем пулу ее, блять. Короче, это самое, что у нас? Понедельник, вторник, среда. Понедельник РС-ку ебанем. Плотно. Ебанем, чтобы это убить ее, блять. А потом посмотрим. Ну, по онлайну, может, кто зайдет, то побольше ДПСит. Пошли на соляру. А что там это? Биг Дэм, что? Ну, хуй знает. Все, забил. Хуй забил, наверное. Топы нету еще. Пошли, трэш почистим. Ладно, Слава, я пойду. Угу. Давай. Давай, ой, сейчас я тебе перекину. Лингеном пособираешь эти, как они называются? Да, давай. Короче, надо еще расти, да, по ДПСу? Ну да, ДПСик, блять. Да надо просто сильных ребят. Ну там предложение на РС обычку. Ну сейчас это почирикаем здесь. Ладно, еще. Давайте. Удачи. Давай. Ой, ВК это круто. ВК за плащами, тренями там. Ты один пока. Легионер. Ой, этот. Отводи легионера. А, нету никого. Отойдите милики отсюда, он убьет нахуй. Вот вихрь убьет сейчас нахуй. Вилаша стоит. А я в ретрика спекнулся. Моба, не на выход ведите, а ко мне ведите, моба. Прорицателя ебаните. Он превращает вас, блядь, в бичей. Подконтрольных, блядь. Давайте я в мишку прыгну. Выхания у кого нету? Ну так могу сквозь текстуры смотреть. Череп убейте. А вообще Ватикон ровист. И стан можно диспелить так вот, чисто для прикола. Я тебе диспельнул. Я сдиспелил. Ну, этот пришел. Кто это? Вот. Повелитель звездочета, вот это пидор самый опасный, он пизды даст. Его разъебывайте. И там вихрь еще крутят миники, смотрите, тоже. Нихуя, посыпалась, да? Ну. Че, спекнуться в танка? Да нахуя? А хилить кто будет, дядя Вася? Так у нас есть 4 хила. Два танка, нормально. Я вижу пока что одного. А, Войд тоже в танке. Я просто вижу, что он стоит чуть. Я капец боешек сыпет. 60 тысяч стоит. Сколько? 60 тысяч. Ебан. Да, это гон какой-то. Да мне показывает 60 аукцион. Не-не, не может.
10 тысяч нет максимум. Возьму за 6 голды. Ну, 12 тысяч. У тебя не обновленный этот аукционатор, не обновился. Да, я, наверное, давно сканировал. Не сканировал, да. Ну ты когда, если ты посмотрел цену БЕшек, то может покажет новые цены. 60 это давно когда-то было на открытии. Но... О, вот эти петушня, вот этих надо. Чепуха вот это за стеной ждите. Прячьтесь, хули вы. А, кто это, блядь? Оружейность. А, он крутит? Ладно, похуй. Все, мы дамажим. Вы там, вы легли, и что вы думаете, заебись, дела у вас, или как, я не понимаю. Okay. Вставайте, бегите, блядь, хули, ну. Пиздец. World. Я хуй знает. Или вы успеете резнуть их. Ебать, мы сейчас будем ждать, и поаккуратнее играть, чтобы, блядь, это... Часовой, вот это, этот Кирсори, спекайся там где-то, пока этих пидоров сагры. Спекайся, надо будет часовой. Блядь, бояшка посыпалась. Не, она реально 1010, недорого она. Еще одна воронка. О, вороночка. Так, я. А так, как я... насчет того, чтобы уделять некоторые дни для чистого фарма трэша вока? Ну это воронка. Заебись, если время дохуя можно. Круто. Ну, вот. Там, кстати, троллд просится, ну типа, у нас есть слот. Мак. Неси проходка. Так есть. А мы просто же Бодин прочищаем. Мы же просто трэш чистим. Давай Кирсори, это сам... А, Кирсори Афканов. Ладно, мы его обугл сейчас. Так, где... Сейчас, подожди, сейчас. Сейчас разберемся, блядь. Это не бейте пока его, сейчас я заэвэйжу эту хуйню. Так, пидорас, спрятались. Опа, хуярим. Так, заныкались. Хуярим в другую сторону. Нахуй нам про товары, блин, мы и сами можем, да? Так, это АУЕшка. Опа, не успел докастовать. Так, там патруль, по-моему, а вот до сюда ходит, ну-ка. Опа, блядь, наебали нахуй. Сейчас я его, блядь, сюда в уголок поставлю. Мы на этой неделе пойдем келя тратить, знаешь. Если келя убьем, пойдем на вайшу. Мы бы тоже пошли, был бы у нас ДПС. Не, благо у нас ДПС, он вроде это, все нормально. С ХПСом, конечно, напутано, пиздец. Полипалы вообще в самой жопе сидят. Угу. Кто там у нас? А. Шам, вот какое место занимают обычно? Осторожно, там бы это... Пачка. Мы ой, да хуя что-то. ДЦ, Эрдру, Хэприс, Пидла, Хэпала. Ты даже Аршама выкинули. Ну мы Аршама в спектре вылим, а потом... На фул захилим. Ну все, хилы упали. Побежали сразу, блядь. По 25, по 27. Иннер, бидона захиль. Разъебывайте быстрее, пока мы не подохли нахуй. Готовьтесь, блядь, трэш тут... Видите, как хуярит АУЕ, блядь. Или мы, да, сейчас херачат. Да, вот с этой с ветерком еще вообще кайф. Агрони генерирует. Не, ну если 30-ку давать, блядь, нихуя. Так полтора челика, блядь. Ну у нас 3 элима, они в среднем... Меньше 25 ни один не дает. То есть они среднем... Ну они бисовые же у вас одеты, да? До 28, да? А они чистые элимы или в гибридах играют? Ой, я тебе не подскажу. Просто я их не читал, не смотрел. Ну, судя по ДПСу, видно. Вот мы Каратраса убивали сегодня, то есть... Первый у нас пул был, мы уперлись в Берсу, не добив, по-моему, 2 миллиона. Второй пул мы умерли, не добив, по-моему, 10 миллионов, но при этом у нас там, по-моему, 4 ДБ. Там патруль будет, смотрите, идите сюда и в угол вставайте. Будет патруль, не словите его, диспельте стан, блядь, алло. Нахуй надо, да? В угол за... ну...
Хильтесь, ебаный в рот. Хилы там где? Ну а на третий пул мы убрали одного милишника, взяли шамана, и в итоге 20 секунд еще до брюсы оставалось. Убил. Ну у вас это, шамана 275-е, да, все? Ну, они не 275, но 270 точно имеют. Так, стойте тут. Ну да, они примерно так и будут давать. Значит, пачка мобов, здесь опасный моб, стойте там в угол, если что, буду вести. Так, вот этот, кто провидец пустоты, вот это самый пидор, он будет контроль дохуя людей брать, по-моему, да? Кровостражей просто там кто-то возьмет там. Это Вилаш возьмешь. Провидца пустоты в первую очередь зергать будем. Вот если людей в контроль берет, вихри сдаем, их не убиваем. Вот. И это. Надо будет прям разъебать провидца, потому что он в контроль возьмет. Там в акханале начнется. Пошотаемся все нахуй. Готовьтесь. И отходим туда, потому что в контроле вы если спулите еще пачку. Там еще вон пачка есть где-то идет. Все, готовимся его разъебывать. На войда напулим черепок. И отходим к стенке сюда. Черепку фул. Тех потом двоих убьем. Контроль там бабл, если что, жмите. Ну, видишь как? Быстрее, быстрее разъебывайте. Быстрее, быстрее добиваем черепок. Фулрейд дошотает нах. Быстрее, быстрее разъебываем его нахуй. Потом тех двоих добьем. Блять, быстрее нахуй. Все, и этих теперь. И там, смотрите, еще пачка идет, звездопады уберите, еще пачка где-то ходит в комнате. Вон она идет. О, она к нам идет. Отойдите назад все в угол к стене, вот сюда уходим, блядь, и прячемся. Вот тут в стену прям встаньте все, блядь. Уберите петок, всю хуйню уберите. А то сагрите еще ту пачку. Пока реснемся. А разве легионеров не контролят? Да, я пусть знает, не помню. Все, резаемся. ШП может законтролить и только, убивать. Только уйдите. Не, ну заебись. Там воронка где-то выпала. Все, они назад пошли. Воронка. Сейчас найду. Это, мой таргет возьми просто. Вот тут лежит. Да я говорю, найду, сейчас пройду. Тыкните на суман. Они что, исчезают или что? Я что-то не понял. Мобы. Или не исчезли? А, вон тут. Ты воронку забрал? Нет, не забрал. Вот она, вот она. Вот лежит. Я прыгаю. Все. Ну так вот идите оттуда, блядь. Уйдите оттуда. Бичи, блядь. Не, нету в этом мобе. Вингрен, Заханыч. Я не вижу. Дайте мне. Потому что меня не было. Да что? Мне. Ой, блядь. Ты себе забери, дай все. Я тоже не видел, где. Или видел. Помню. А вот она. Чё? Пум-пум. Чё, великая победа, Руби. Так, пока те мобы там чилят, пошли вот эту пачку ебанём, только щиту тереть заранее. Пафайтесь на ходу, блядь. Каски, хуяски, всю хуйню. Блять, а можно стан диспелить? Алло, нахуй. Прист, паладин, нахуй. Или как, нахуй? Чё за бичи? Один же спел, то долго. Так, они там круг не дадут. Вроде не должны. Где они, блять? А вон они. Еще пачку ебанем. Ебануться воронок нахуй. Че, еще одна воронка? Боежка, да.
на хантра запы. У меня тут снизу. Хаста ЛП. Чё боешь-ка? Ещё боюсь. Да, надо сюда РТ устраивать там. А если мы сейчас вот чистанем комнату, выйдем, попробуем обновить, если будет еще. Не, мы же босса. Мы же босса не убили. Не убили ни одного, обновиться. Так, где эти петухи? Вот они обратно идут. Вот один стоит. Че, успеем? Нет, я хуй знает. Успеем. Давай пачку ебанем. Мы тоже тут воронки фармим. Да, здесь самый ютуб, где спадает. Еще проще. Ой. Здесь проще. Могу много. Здесь лучше падает, чем ЗС, да? Да. Давайте сейчас попробуйте двух мобов его сопровождающих законтролить или что там сделать, какую-нибудь хуйню. И чисто выстегнуть этого. Но насчет контроля сразу баблы готовьте и вихри на людей. Паладины баблы сдадут. Быстренько разъебать. Ну куда? Ну блять. Че вы делаете, блять? Вы че, бичи, блять? Мы этих мобов еще не добили. Ну все, пиздец, все, медведь разъебет вас. Блять, Слава, не убивай. Сука, я хуею, блядь. Провиться бьем. Или вы не видите, кого бить надо? Ярим. Воронка. Это походу самое ебать, такое. Ворон. Вместо АБ мы нахуй теперь по популярности стала воронка слово, блядь. Воронка. Воронка. Может гильдию так назвать? Воронка, на. Воронка. Да я мог, конечно. Воронка пустоты поглотила АБ мы нахуй. Ну получается у меня вот сейчас в сумке сколько лежит? 6 и там еще в ГБ 3. Это получается уже можно 2 куска кому-то открыть. Еще 3, еще кому-то можно 2 куска. Нужно 2 кусков дождаться. Я помню, на X2 они что-то стоили, блядь, 1020, по-моему, стоили. Ну, не сразу, а чуть попозже, там, месяца 2-3 прошло. Может, у нас тоже снизится? Ну, сейчас они стоят на X2 1002, полды. Ну, так-то понятно, их дохуище. Их фармят, блядь. Сейчас визги 4 оденутся, которые посильнее. Будут продавать нам. Сначала, конечно, все в гильдии пойдет. Ну, такие сильные, чтобы одевать под лапочка. Сразу. У нас, по-моему, уже у 5 по 2 куска есть. А для какой гильдии? Для себе. Отпусли. Диспельте стан. Воронка еще боешка. Так, я правильно понимаю, что завтра у нас все РТ будет ОКО Мумба Фарм, да? Да. Вообще я РС-ку хотел, блядь. РС-ку, наверное, видим. РС-хэм, но. Ой. Тринки полутаем, хули раз ДПС не. Мы его ни разу так и не ебанули. Че, это мы круг пошли. Пошли, обновим инст, попробуем. Чё там все? Давай босса пулю. Ебать. Кто с пулю? Еще никто не с пулю. Ну давай. Пошли, пошли, не надо, зачем? Босс легкий, но долгий пиздец. Так что, Маш, потраим? Который по центру стоит?
Ну. Я не знаю, ну. Да пошли еще обновим, вдруг это. 7 воронок, нихуя. Сейчас как ебанет еще 7, нахуй, нихуя себе. Ну вот сразу сюда идти надо, вот. Эльфы, бля. Выходи, я Притон, говорю. Ты где? Притон. Притон. Притон АФК. Вы, получается, сейчас тэшки летаете только со слепого, да? Ну. Обновим, посмотрим, обновилось. Нет, ладно, кикнул пока, чтобы обновить. Ну, вам сейчас самый простой вариант лутать по второй тэшке, это вот с робота. Ну да. Ну так, нам ДПС надо. На каратрассе там пиздец. Вам ну, точно ДПС очко, не хватит. Там и хил потеет, там все потеют на каратрассе. Хил вообще в основном. А это у вас жрицу, кто танчит? Какой класс этот танк? Паладин с 4-4, чтобы настакать этот, как его, баф уменьшения урона. А, нихуя, бля. Лайфа, да? Там 7%, да? Уменьшение, по-моему. Да, 7% уменьшения урона стакать. Ну, чтобы стрелы не дамажили по 17, а дамажили по 15. Yeah. Блять, его не кикнуло. Портанись, Притон, оттуда, блять. Умри. Или... И там, бля, этот, массовый, да, подкаст этот, нахуй, стрелы, да? Конечно. Ну, мы им и так массовые и на роботе тоже отдаем, и там под стрелы отдаем. Портанись. А у звездочета решили не портанись. Портанись. Портанулся. Все, сейчас попробую обновить. Ну, посмотрим, если мобы появятся, может, еще кружок дадим. Да, фанатизм. Нем... Кто на... Со мной кто-то один. Так, как там? Я хуй знает, обновилось оно, нет? Вроде бы, да. Ну-ка. Не, ну тут нет мобов. Значит, нет. Пошли, выйдем. Кто-то в инсте, значит, был. Не, так обновилось. Должно написать, что инст обновлен. Он в инсте кто-то. Поставила 10 гер. Фармить трэш, что ли? И поставила 25, потом обычку. Сейчас посвящаем, блядь. Вот теперь... Сложность меняется. Теперь написала обновлено. Вот теперь есть трэш. Ну да. Кринж. По сейвам на леди у нас вообще все идет по сейвам на леди. Там мастер аур, сократ, там Т4, гимны, блядь. Там вообще... Все вообще, каждый каст ее, каждые 5 секунд мы отдаем сейву. Иначе там вообще не варик прохилил. Сапрот начинайте, ну потом перепивайте эту бока. Да, пока тетку бьем, сапроты, потом перепиваем, когда идем бить шамана на ДД. Ну и после шамана, соответственно, под ДД убиваем каратраса самого. Трэш, конечно, чистить круто, а можно пойти почилить. Ну ща до соляра еще ебанем, на робота не пойдем.